не падает, а ты мне не верил. Добрый вечер. Падает, но очень маленький. Вас, блин, заниженный шанс. Все, блядь, можно клык пылить. Ой, ключ пылить нахуй. Искусственно заниженный шанс. Вот, бля, буду. Лис, вот расскажи мне, зачем тебе этот ринкан? Поменяем. Тебя на жопе почистили. Если буду, я тебя любить не буду, бля, буду. Так, а сколько мы? 4 уебали? 4К. Вот просто объясни, Алиса, зачем? Какой у нее приоритетный сын? Погода 12 косарей. Много уклон. Нахуя уклон, если там минус 20% уклона идет? Всех инстаграм. Вот именно. Его больше будет хоть. Гарена, с какого босса присутствовал? Этот. Бля, и волномут вроде. На волномуте ему покидали. Минус 2000. Че, отнимешь? Да. Расскажу, Алиса, ДК БДК не уклоняется, ну как не уклоняется, у них идет основной упор в уклон. Так, из присутствующих кто на замене? Так. Выкач, у тебя чё? Вот я, блядь, понижаю их всех, мут, сука, а задум обратно их повышает. Заебал, блядь. Да, ну, ставь их уже, ну что ты начинаешь? Мастер, их повышает и я, и Мидвей. Втроем мы повышаем, а ты их понижаешь. Нет ПВПшникам в ПВЕ гильдии. Вот да. Если Мидвею будет так удобно, он их кикнет. Это его личное право. Вот так вот, поняли? Это именно поэтому им дает личное право нахуй оскорблять ПВЕшных игроков, которые потом с гильдии ливают, да? Тут и ПВЕшных игроков хватает, которые оскорбляют также ПВЕшных игроков. Что? Больше, чем ПВЕшных. Не хуйня вносят, что нахуй. Хуйня. Так, что, Лен, ты все, да? Я правильно понял? Я, бля, доставал свои оба меча сразу. Угу, Лена. Хорошо. Так. 2 плюса. Ну вон, Movie Pro и Гарема. Почему бы и нет? Варианты Red, да? 5. Ты геонер, я бы не советовал говно вар. Когда я увидел последний раз, давал бы. D5. Миша про в рейд, Гарена в рейд. Хорошие новости от пененика вступится. Путин нам не хватает. Отличные новости, народ. Новости, народ. Ты мёртв. Сдох вообще-то. Сдох. Да. Пардоньте, простите. Тихните, царя с рейда. Эльрей, иди сюда. Эльрей, иди сюда, Лока. Я вот слышал, выхожу. Медвей, скрытень и вайш в среду? Возможно, или... завтра. Или... А, понял. А ты будешь так в среду и вторник, или только в среду? Ну, среда не будет. Ты будешь вторник, да? Угу. В среду, короче, ЦНК 10 гер поставлю. Бибис Монтлау. Давай Зуляман закроем и ЦЛК пойдем. Потому что за не было на этом неделе. Но Зуляман люди просят, уже какую неделю вы ни хрена им не закрываете, они задолбались уже, честно. Чулан, никто им ничего не будет, никто что-то всем обещает, но ничего не закрывает. Никто ничего не должен, я никому ничего не обещал. Так, и чулан, смотри, нет, мастер, были слова в кичате, мы закроем вам на следующей неделе, на следующей неделе, на следующей неделе. Так, кого сумон плюс чат, это я говорил насчет следующей недели, это как
с Зуламаном, потому что у меня пока что, погоди, Мюкет. Дубенбек, у вас 5 минут, перекурили. Плюсануть, кого надо засумонить. Плюсанули и засумонили. Он-то поставил у входа, кому надо, покупайте реги, чинитесь. Ока сложнее Зуламана. Ой, нет, блядь, кун Зуламан. Нет, вообще изи. Нет, легче. Да, в Зейсе, в принципе, тоже самый сложный босс, это самый первый, который мы ходили. Ваших танков прошипает. Да, остальные все боссы минуты легкие, если тактику на них соблюдать. Здравствуйте. Угу. Хорошо, Лен. Без проблем. А уже ДБМ вышел на эти инсты? Да. Ну да. Что, оно висит нахуй. В Дискорде скачаешь потом. Я ссылку кидал там. Так, схожу-ка я закурил. Сейчас прикручу. Сейчас, секунду, сломаюсь.
Так, чек на ФК. Миша Про тут. Ага. Котлас в рейд. Так, что там по ФКшам? Его здесь. Танки здесь. Бафы раздаем. Сомалийский. Танк, спекни сразу. Че по хилам? Я в доцеле в шипа. Шипа пока. Четыре хила. А, хотя не, пока будь так. Mm-hmm. Почему? Не. У нас есть хила. Маликета в ДД дали. Можно два холи пала. Он и так, он и так будет. А, он и... а, нет. Пока он в хиле. Ну, он дамажит раза в два больше, чем я. Шадер умер. Шадер не успел. Прорицателей бьем. Мастер, лафа закончилась. Чуланы теперь будешь с кармана отдавать воронки. Потихоньку. Ребят, ну блять, не феряйте, ну. Великие ПВПшеры. А череп по кресту сыграли. Крест сразу залились. Сверху моб подвиньтесь, а то по нему мимо. Отворачивай, они уешут в этот, в морду рейда. По звездочетам играем. Как ты там, Чулан, говорил, тактика? Те, кто на Z того бить надо, да? По звездочетам, по черепу. Варшок,
Молишься на робота? Да. А если не выпадет, что будешь делать? 30 число ждать. А что он хочет? Тринни? Какие тринни? У него тринни топовые стоят на Элема. По Машу играем. Отворачивайте сразу. Опа, сбил. Нормально. Мы же робота били, не перебиваясь, под сопротами, да? Без сопротов. Сопротами убили, да. Ну там кому-то под... без сопротов летело, ого-го. Кому-то? Ты на кого намекаешь? Причем здесь ты? У тебя шипешная какашка там есть. Там некоторым... Дим, тяни моба сверху. Перед рожей не стоим. Пусть второго тянут. Пока рано. Рано. Не заберешься с меня. Где эта хуйня, блядь, летающая, сука? С другой стороны. Давай, это... Вон, сейчас летит, летит, летит. Вниз, вниз, вниз. Да, да, вниз спускай. Виби до низу. Сейчас еще один будет. Хорош. Сомалийский, лови этого. И отводи, и отводи, отводи, отводи в другую сторонку. К стенке подожмись. Дим, забери. Ну, сука, наебал меня. Каков подлец. Да он уходит, сука, медленно.
Файер у меня стоит. Я бегу. Да я быстрее, Дима, иди вниз. Там сейчас развернется. А, сука. Давай. Опять меня наебал. Смотри, сейчас быстро к рейду дойдем. Домой хоть с той стенки херачить. Ну, все-то тут. Сомалийский собираю, вот тот маленький трэш, видишь? Веди его сюда. Так, Дим, проверить с другой стороны. Все уж, вроде нет. Все. Сомалийский тут был, он в курсе, как танчить. Отлично. Ну, на нижних, я правильно понимаю? Не, внизу я был, он наверху был. Хорошо. Так, ребят, у босса две фазы, соответственно, первая фаза длится все его ХП, то есть после первого убийства начинается вторая фаза, он становится, соответственно, с фулл ХП. Начинаем по другой тактике, соответственно, два раза нам надо его убить. Первая фаза, соответственно, милишники стоят сверху, РДД хилы стоят снизу, далее. Босс будет идти по часовой стрелке, то есть первый раз он загрится, полетит в крест, потом в луну, потом в ромбик, потом в квадрат. Далее он может перескочить на крест или полететь в центр. Если сверху кто-то будет, соответственно, его шотнет. Тогда, когда он будет в центре комнаты наверху, он будет кидать огненные перья. Они ваншотят даже танков, без разницы кто. Соответственно, кто на этих балкончиках будет, их шотнет. Дальше. Милишники играют чисто по боссу. РДД, ваша задача. Босс будет перелетать с креста на луну, с луны на ромбик, с ромбика на квадрат. Соответственно, каждая его перелетка, он будет призывать маленького феникса. Этого маленького феникса микстурка будет тянуть вниз. Вам надо его будет убивать. Соответственно, находиться на него, рядом с ним нельзя, потому что при смерти он умирает, наносит дымаг, откидывает в ебеня. Далее, соответственно, по ситуации я вам скажу, да, раздамаживать мобов до 400 до 500 тонн хп и оставлять. Соответственно, для чего мы это делаем? Чтобы босса, когда убиваем феникса, у босса снимается также хп. То есть, чтобы перевести его на вторую фазу, у нас осталось маленьких фениксов, штуки 6, чтобы снять ему лямов 20 сразу хп на второй фазе. Для этого мы так делаем. Соответственно,
Что-то еще хотел сказать. Ладно, похуй. Дальше. Соответственно, как его? Когда мы убьем, по тактике вроде бы на первую фазу я все объяснил, когда мы убьем босса, как его? Он разделится вот здесь вот в центре, где стоит печенечка. Ребят, на посе будет Ивинар, соответственно, сомалийский микстурка, вы будете тягать трэш. То есть, смотри, задача сомалийский. Понял свою задачу в прошлый раз? Да. Отлично. То есть отводишь их в левую сторону, чтобы РДД их добивали. То есть где это будет череп. Далее. Соответственно, другие РДДшники. Босс, вообще для всего рейда, босс будет превращаться в метеорит. То есть летать в центр будет такой огненный шар. Что вам надо сделать? Вам надо сбежаться. Вот сюда, зеленую меточку. И... когда вам скажут, вам надо бежать вот сюда к флагу. Во время метеорита босс летит в центр и прыгает на рандомного человека. Для чего мы так делаем? Для того, чтобы босс, во-первых, когда приземляется на рандомного одного человека, он раздамаживает, как его, делает под собой лужу, соответственно, и дамажит, и откидывает ебеня. Этот метеорит может вас шотнуть, если вы не вовремя выбегите. Сейчас дам. Соответственно, для чего мы это делаем? Треугольник берем, бежим все вместе, босс приземляется, с него появляются два феникса. Этих фениксов заводят под босса, по фениксам играют все. РДДшники, ваш приоритет на второй фазе, что на первой, что на второй. На первой вам надо будет убивать и оставлять фениксов раздамаженными. Соответственно, на второй фазе вам надо их будет добивать, потому что милишников, соответственно, если они будут мили, фениксы умрут, взорвутся и откинутся нахуй в ебеня милишников. Далее. Главное вам добить не в тот момент, когда босс будет метеорить, иначе хп не снимется. Соответственно, там, где метеорит упадет, соответственно, босс, и до пути танка никто не должен стоять, иначе вы шотнете. И да, будет еще лужа. Примерно так же выглядит, как венец пламени. Она дымажит вас и плюс настакивает дебаф по вам на увеличение урона так. То есть лужа надо выходить. Надеюсь, понятно. Босс будет танчиться вот тут. На второй фазе. Так, чек на готовность. МП5 дайте. Вообще забафайте полностью всех. Давай, Маликет в ДД. Шапистур, ты в ДЦ. Бычья голова, ты в этом. Холи Присте. Сопрот он может снимать? Да, можете пропивать ДД фласки. Обмен кинь. Бедный чуван, блядь. Можете снимать сапоты, блядь. Два часа еще. Раза три тебя барак. Ты смеялся над тем, что ты не бедный. Чуван, как, блядь, злодей из фильма. Что там мастер точит? Там каску. Это было похоже, знаешь, игра на Сеге Комик Зон. Вот было похоже, как дядька. Можно, как хочешь. Так, Шреддер, кулаки по всем. Арчис МП5 по всем. Я там каски. Бафнут по всем. Сомалийский проту. И бафните, ребят. Чек на готовность. Мастера в кастре. Мастера нет. Потом на дуру пойдем, надеюсь, да? Будем потом на чувиху пойдем, да, надеюсь? Да, думаю. Ну, чтобы фласки были одни и те же, типа, а сопроты на роботы. Ну, давай посмотрим. Да, может, мы лучше снимем просто. Мастер, ау, ты тут? Нет. Да, в принципе, мы без одного убьем-то.
Нет. То он все равно придет. Прожуй сначала. Я пальцы ем. Лапу сосет. Алиса, а что это у тебя во рту? Руки вкусные. Мастер. Алло, прием. Блин, уж башка болит. Могу ему в стиме написать. Напиши. Царь, давай тоже. Яхо, мне нужно этот стим запускай. Гоу. Пиши ему. Надо из него выйти, кстати. Сейчас разве прыгну. Сильно потеряем, если начнем без него. А он зайдет? Или нет? На нем 5 минут ФК уже. Выкинет его через 10 минут ФК. И он... А, здесь ворота уже не закрываются, да? Да, здесь ворота не закрываются. Отлично. Значит, говорю, он будет живой. Он не в сети, в стене. Мастер пишет, заходить. Да, 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 заходи. Кристи, Алиса сейчас. Мне кажется, там есть ореол этого метеора, и вряд ли он полетит туда. Жата какая-то есть все-таки в этой фигне. Поставьте пока Дживса кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста. Когда? Тух, так он мидвей спрыгивает. Алиса, микстурка снизу. Угу. Ну чё он там, блядь? Тут. Давай быстрее. Жит, чекай. Чек на готовность. Пан. Давай, добегай. Он как раз до вас дойдет, можно пулить, в теории. Ребаф по нему дайте. А кому дайте? ДД фласку пропей. Мастер, а ну давай падай, как ты умеешь сразу. Блин. Хорош. Падай вниз, не бойся. Все приходы пропели, да? Да. Помогай. Веру.
РДД играет по-маленькому. Чё такое? Алис, нельзя хилить. Всё, может. РДД играет. Не успеваем заливать их. Чтобы расслабить. Живи! Куба, ты чё? Знаете, сцали его по трубу? Сервак? Сервак. Да, сервак. Диск. А это подходник, я стараюсь, это подход. Монитор протрите. Спасибо, что мне вместе отделал, а? Потом. Готово. Хотя знаю, что бы я делал. Сидел бы с монитором оплеванным. Я не жалею об этом. Я хочу, чтобы все знали. Что, заплевал свой монитор? С ведра его полей, ёп. Да. Говно должно говорить громче! Мы говно! Здесь вам не курорт, калаш мне в зад! Вот тут это армия тратил мне в жопу! Армия! Даже из таких гомиков, как мы, делает настоящих мужчин! Разряд мне в анус! Ты меня понял?! Только вот проблема в том, что там 2-5 на поле креста, они не так сильны, как 2-5 на АДЦ. Из башки. Крейсер мне в бухту. Типа, пока он 4 шмотка соберет, это очень долго. Чтобы защищать Родину, а не валять! На 25% решает, что дыма. Ну, это 4. А 2 штуки тебе... Весь ядерный потенциал мне 2 штуки тебе отключили на 12% и делал ГКД 0 секунд. Ты на ушко скажи, куда мне этот потенциал? Там вообще отбито. 100 нарядов, не очереди. А АДЦ это я. Посмотрите на себя! Зеленые, женоподобные, безмускульные щенки! У меня 4 ты 10, к мамочке хотите? Домой! Сису хотите? А кто мамочку защищать будет? Я! Дядя Петя! Я понял. Тетя Мотя! Наша любовь разрушена. Мысли. Скоро один вы станете бойцами, да. Красной армии. Поеду к Ленар. Она сделает мужиков даже из такого, как ты. Ты, наверное, не подумаешь и сказал. Что вы себе позволяете? Ты поедешь к ней, чтобы уехать. Теперь конкретно. Но только не к тебе. Дети ненавистник. Ты чё Кару не повел, кстати, Геру? Ты давай завтра утром соберем Кару, Гер. 12 день что-то. Ну а давай ты мне пары отменишь. И соберем. Давай, сейчас позвоню. Школьники, блядь. Изи. Изи. Не знаешь, нахуя ты ходишь на эти пары, если они тебе не пригодятся никак. Лучше Вовку поиграть. Да, блядь, конечно. В свои годы, блядь, я вообще не ходил. Ну, я вижу. Так и что, я все сдал. Красавчик. Сдал он. Я говорю, все сдал, только сейчас с ноутбуком в армии сижу. Ну, нормально.
Угу. Сейчас посмотрим, кто останется, блядь, вообще. Должны все остаться, потому что меня не ебёт. Мы должны убить робота. Хорош. Ну, можем этого Лара пропустить, если так уж надо. А чё, пропускать? Ой, блядь, да... Не знаю, я наоборот готов всю ночь сидеть. Мне только в кайф. Хорош. Ну, а давай мы тебе все дадим маки. Господи, не тупите, да все убьется. А вдруг... Ну, это проходится за полтора часа. Ну, мы, конечно, можем полетать на Бобби. По фану. Да у нас там мастера друг уже летал один. Где она? Дэйвен летал, я не понял. Но... Ну, в прошлый раз что не помнишь, он насвайпал. Да я не понял, какой прошлый раз. Ну, блин, кто тебе штаны давал? А, он... с Аджиром, бля. Да, да, с Аджиром. Он же вайпал нас. Ты же еще ему говорил минус 100 к роллу. О, запускает. Это уже третий раз, когда ты... Не, второй раз за сегодня, когда ты говоришь, что у нас запуск. Да. И что, оповестюн? Надо тебя в мут закинуть. Он просто любит рыболов. Давайте все гильдой закинем в мут шерпестула. Спасибо. А он к тебе ехать собирался. А я к тебе ехать собирался. Так, Эвинар, ЧС, окей. По факту. Ой, уже и мастер заревновал. Меня так ко всем ревнует. Заходим. Сосиску напугать сосиской, пиздец. А где босс? Его нет. А, вот. Убили. Улетел. Я, короче, вот смотрю такой эквип Шредера, так, 268, смотрю, ДПС Шредера, 9500, Шредер, что с тобой? Шредер, даже я не настолько плох. Подожди, на, ты сначала наведи на его пушку, блядь. Я нет, там... а рыцарь... Да не, да ладно, ты думаешь, он из-за одной чарки столько дает? Чё, он меня иногда предпрашивает, блядь, пока я учусь, на. Чё, иногда всегда, на. Ебать, я рак вообще ебаный. Ты согласен? Я б тебя вообще в рейды не брал. Фак. Шкаф. Я шейперу напиздел, давайте быстро проходим. Молча так. Ну, смотрите. Просто зная вас, мы тут надолго, особенно на трэше. Если всякие цари ФКш не будут на трэше.